Что здесь за проблема? Я не знаю, Бак, этот парень сошел с ума, открыл огонь. Да, посмотри, что он с моим проигрывателем сотворил. Ну, что ты сделаешь по этому поводу, Бак? Ладно, ладно, мы все здесь друзья. Нет повода горячиться из-за небольшого недопонимания. Не нужно нервничать. Вот что, я поговорю с твоим папой об этом небольшом инциденте, все ему объясню. А еще постараюсь уговорить его купить тебе новый проигрыватель в машину. Все будет отлично, уж надеюсь. Я бы от холодненького не отказался, а ты?